1977 года. Относишься к нему вроде так, спустя рукава, а он еще далеко не готов. Нет того, чтобы ты ежедневно на каждой тренировке это все повторяла. Не согласна? Согласна. Почему ты иногда сопротивляешься? Дуешься, плачешь? Это ж тяжело. Ну, просто тяжело. Значит, с этим мириться можно, поэтому ты плачешь. Надика Манеси преподнесла такой урок в 75-м году на чемпионате Европы. Вышла и показала упражнение сильнее, чем у наших лидеров. Показала и выиграла. То есть мы уже не являлись законодателями трудностей на международной арене, а сравнялись. То есть и румыны могли показывать сложные программы, какие-то новые элементы. Какова твоя программа, как она готова, как ее довести до кондиции? Чистить много. Много чистить. Взять петлю, корпус с пируэтом. Ты посмотри, ты ее начала осваивать 2 года назад, и до сих пор нет такой уверенности, чтобы ты спокойно подошла и, когда надо, всегда сделала с натянутыми ногами. Ты то берешься, то не берешься, делаешь себе массу поблажек в тренировке. Тренер по гимнастике – это адский труд. Я даже не вижу другого вида спорта. А женщинам вообще тяжело работать. Если порой даже страхуешь, и то думаешь, задаешься мыслью, а сможешь ли ты обеспечить страховку вот, на случай неудачного исполнения? Разве можно эти вещи допускать? Нельзя. Потому что это или быть, или не быть. Плакать не будем больше? Или будем? А как же, без слез, да? Не знаю, мне иногда легче становится. Когда ты поплачешь? Да. Но если мы будем знать, что это действительно помогает твоей работе, будем прям планировать слезы в каком-то подходе или после какого-то подхода, но мы будем знать, что ты все равно это сделаешь. Это тебе только помогает. Это как по накладке магнезии. Немножко сырости и вперед. Ну, взяла бы спокойно, бросила, да и тренировалась бы одна. Я же тебе порой даже предоставляю такую возможность, когда ты меня видеть не можешь. Я же это замечаю. Ну как, почему? А почему ты иногда не так отвечаешь, как должно было быть? Тяжело, говоришь. Вот от того, что тяжело, поэтому хочется сорваться. Потом мое лицо каждый день видишь. Утром видишь, вечером видишь, да еще воскресенье иногда. Не знаю, наверное, устаю. А иногда ты настолько устаешь, что ты даже на второй тренировке не повторяешь эти элементы. Не повторяешь день, не повторяешь два, а потом уже и чувство пропадает. Как, тяжело тебе заниматься такой гимнастикой? Все время тренер требует, давай, такой нехороший. А как иначе-то? Иначе надо отказаться от тех мыслей, от тех задач, которые поставила перед собой, и заниматься гимнастикой, просто пришла в зал, позанималась, типа зарядки. Лен, приходится тебя часто очень обманывать. Почему обманывать? Ну, потому что немножко сгустить краски, чтобы ты поняла, что тебе надо еще трудиться. У тебя есть моменты, над которыми надо работать. И у тебя действительно такие моменты есть. Реагируй. Я не знаю, что реагировать.